С приходом новой власти в Узбекистане политические репрессии не остановились. Так считает активист Amnesty International Абдусамир Ахмонов. Я хочу обратиться к вам за помощью, чтобы вы откликнулись и распространили это послание. В редакцию Хабархо обратился правозащитник Абдусамир Ахмонов с просьбой осветить истинное положение дел в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в Узбекистане, о том, что политические репрессии, начавшиеся во время Каримова... По его словам, политические репрессии, начавшиеся во время правления Каримова, продолжаются и по сей день. Так, в конце ноября правозащитник Арахмонов Хумаюн, жертва репрессивной машины режима, отбывающий срок в колонии-поселении, был вывезен в неизвестном направлении узбекскими силовиками, причем до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Когда даже узбекская служба Радио Свободы, Радио Радио Либерти отказывалась освещать... Абдусамид также отметил тот факт, что ряд СМИ, в том числе иностранные, отказываются публиковать материалы, связанные с политическими репрессиями в стране, опасаясь, что власти Узбекистана лишат их аккредитации.